Юрию Станиславовичу. Мамедовой Елене Александровне. Еще как пружина, еще не верю, что это произойдет. Он, ребята говорят, подожди, счастье у тебя будет обязательно, когда ты получишь ключ от нее. Да. Ну, может, будет, может, не будет. Больше 20 лет это сразу не понять. То есть я еще жду, где-то в режиме ожидания. Конечно, радостно. Ну, так долго ждали. Дети уже взрослые, дочки взрослые. Каждый хочет иметь свой уголок, свой стол, свою комнату, где можно закрыться. Конечно, радостно. 11 пока. Вот. Но мы этот процесс будем ускорять. Будет, я думаю, не все равно. Тут эти вопросы решены. Договорились?